Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Станислав, это у нас прохождение игры GTA 4, мы приехали к Рэю, на моей тачке крутой. Так, пропускайте меня. С вами Нико Белли, как всегда. И бомж валяется вон. Ой-то. Так, я поставлю машину свою тут. Ничего себе, двери в ней сломали вот этот столбик. Вот бомжи, что вы тут разляглись, а? Вот скажите мне, пожалуйста, а? Вставай, давай, не надо тут валяться, понимаешь? Не позорься, а? Ох, какой дерзкий, а, ты дерзкий. Чё, нарывайся, да? Нарывайся, на. О, всё, получил. Не связывайся, я на мафию работаю, понял? Он даже копы на меня не обращает внимания. Так, берем миссию нашу. Так. Уверен, что с этим парнем все нормально, ты проверял? А вот и он сам. Фил, Нико, поздоровайся. Так ты есть твой парень, который профукал грулики? Ага, не слышал, это очень хорошее, да конечно, друзья. Ты прав, я понял, попал в дурную компанию. Ты об этом парне, с ним все в порядке? Что ж, он плачет до сих пор. Очень смешно, да. Слушай, мы теряем кучу бабок, у нас большие проблемы с этими албанцами. У нас тоже есть парни, проблемы, на типа. Разумно поводу. В общем, послал несколько наших ребят за деньгами. Может удастся им разобраться с байкерами. Они создают много проблем на углу. Хорошо. В противном случае у вас с Реймоном начнутся серьезные проблемы. Боссу нужно платить, понял? Даже эти люди забывают рассказывать о своих делишках. Не морочь мне голову, хорошо? Какой-то толк говорить об этом вообще. Не сомневайся. А я и не сомневаюсь, а тут, ну ты сомневаешься, да? О, черт. Так, в смысле, друг? Да-да-да, ладно. Я с этого диалога ни хрена не понял, о чем они там разговаривают. Поезжайте к месту сбора пропащих. О чем мы сейчас разговариваем, скажите, пожалуйста, а? Я ни хрена не понял. Ну, едем, короче, куда нам сказали. Так. Ой, блин, ну, только сюда приехал, уже ехать назад, а? Зачем так далеко миссию робить, я не понимаю. Че, потом ехать и назад туда же. Ой, блин, как это мне надо едать, это все время надо половину видео, блин, вырезать. Так, пока доедем туда, ладно. Пропущу это уже, потому что долго ехать. Так, уже приехали. На своей тачке крутой же. Чуть-чуть поцарапаю и только сбоку, конечно. Ну ничего, моя тачка крутая такая. Так. Ну что делать будем? Так, загрузка идет пока. О, байкеры. Ну у нас тоже одежда такая, тоже байкерская. Работодателем, ты что-то взял, да. Чёрт, вот же тот гандон, который Джонни подрезал в грулике. Вот гандон, а? Эй, давайте поглядим, сможет настоящий американский байкер. Ха-ха, погнали, давай. И мне придется опять бросать машину и садиться на байк, да? И почему они всегда так все усложняют? Я же о том же и говорю, что так все сложно. Че нельзя, блин, на машине их догнать, что ли? Или вообще даже. Не обязательно надо на мотоцикл сидеть. Они будут сейчас по кругу гонять туда-сюда, да? Я себе такую машину потерял, да? Ну да, конечно. А их убить или как вообще? Да ну убить, да? Ну давайте, сейчас будем. Оружие есть там вообще? Тихо, Нико, осторожно. Отлично, пистолет хоть есть. Вот как это тяжело, да? Отлично, байкеры спустились в метро. Следуйте за ними. Понял. Сейчас в метро поедем. Да не в чечоче, блин. Козы, а? Во-во-во, поезд сзади, бля. Ты муха. О, бля, хаш ты муха. Последнюю минуту замечу, что там поезд едет. Я за автомат доставал, они, блин. Давай, сейчас доженем. Что-то сложного. Еще один поезд едет. Давай, сейчас одно убьем сразу. Есть, одно сбыло. Давай, бля, помуха поезд. Погоним в метро. Вот так серию назову, наверное. Гоняем в метро, блин. Только патроны, блин, патроны кончаются. И там поезд едет.
Куда, падла, сворачиваешь? Господи боже, что мой. Как с тобой тяжело, чувак. Ох, уже день. Давай. Сейчас бью там, давай. Я кому капоюсь еще один. А все, сейчас я прикончу уже, сдохни, а. Блин, на бронепой, блин, ё-моё. Нихера себе, блин, тут авария, нихера себе. Ого. Ну чё, тогда поезд в аварии попал. То рейс звонит. Так, я избавился от твоих байкеров. Хотя Джонни там и не было. Должно быть, у него позаботился другие. Но бери голову, Нику. Как, это что, метро теперь не будет ездить, да? Прикольно, да. А угнать нельзя? Не, вряд ли. Зайти нельзя. Да. Сесть на поезд? Ну-ка. Я нажимаю. Не, не. Не, на поезд не сядь. Ладно, едем тогда следующее задание выполнять. Так, опять вот у нас задание такое есть. Вот бочину этого Рея бочину. Да? Тогда вернемся сейчас назад, развернусь тут все. А поезд можно взорвать это? Отлично, я бросил гранату, но... Не, не взрывайся. Тихо, как вот тут проехать-то, а? Надо бы на дорогу выехать, а? Сейчас выйду с моста, я хоть... Дорожу! Бляха ты муха, Нико! О, там что-то лежит, стойте. Что это? А, битка. У меня есть уже. Если я байк потеряю, мы отсюда не выберемся. Ну долго, конечно. Все, давайте, едем уже. Сейчас по мосту погоняем. Только главное никуда не врезаться, думаю. Я сейчас врежемся, там что-то есть впереди. Тихо, тормози. Тихо, тихо, осторожно, блин. Рей звонит, что тебе надо, Рей? Сейчас я к тебе еду. Привет, Ника, ты принес неплохие деньги, ценю это, так что пожалуй, да я дам тебе наводку на эту. Ну давай же. Есть тут один педик, короче, Талбот Дэнни живет где-то. Он, кстати, 10 штук мне должен, так что говорите вам. Что известно, Флорен, да, Флорен мне надо. По их поиску. Так что, сейчас едем? Или куда? Стой, куда едем сейчас? Куда ехать только, стойте. У меня все миссии пропали. О, Роман звонит. Давай Роману звоним. Роман, ты можешь мне указать одну услугу? Для чего? Скажи, что ты хочешь. Нет, нет, не этим. Я сейчас соберу тебя из квартиры, жди меня там, короче. Так, подберите Романа. Так, интересное задание будет. А, не, далеко. Он там, где я живу, как раз, да? Друг. Вообще не друг, а брат. Ну и друг, и брат. Тогда едем сейчас на квартиру домой. Так, приехал я домой уже. Где тут Роман меня ждет? А вон он, вижу. Ее рубашка очень заметна. Роман, садись, моя байк крутой, давай. Давай, залезай. Да, что там сказал? Я не посмотрел случайно. Так, езжайте и поговорите с Талботом. С Талботом. Осторожно. Не, я шлем надел, а мне не надо, да? Так, я нашел Флорина Кравича. Таблот какой-то. Выходит, ты убьешь Флорина Кравича, да? Ну да, если ее мы ее найдем, так мы ее убьем. Это что, надо добраться? Осторожно. Так, приехали мы уже. Где-то он здесь должен быть, да? Отлично, все, пригнались. Нико, давай, вылезай. Роман, пошли. С тобой так не бачилось давно. О, вот он, пойдем поговорим с ним. Он участвует в играх, подходящая крестность. Но он, похоже, не успешен. Эй, слыхал, ты знаком с Флорин Кравичем? Где он? Флорин Кравич, не понимаю, о ком ты говоришь. Я пару раз с ним сталкивался, с этим, брат. Нико, брат. Изучил его повадки, он лежит. Ты о чем, Роман? Стоит немного надавить на него, и он расколется.
Ну хватит уже, я знаю одного парня, он любит, когда его называют Флорин Краш, но время, но некоторых вещей живет где-то в спальных районах, показывай. Найдите четырехдверную машину. Опять мне придется менять. Ну давай садим вот это говно, что ли, понятно. Что за машина такая? Ну ладно, берем эту машину. Садись давай, потом дорисуешь. Потом дорисуешь, садись давай. А ты картины не сильно там испортил, не? Отлично, едем. Куда ехать? Okay, right, в спальных районах так улица. Поверни направо. Че, издевайся? Сейчас будешь мне показывать, куда ехать? Ты прикалываешься, а? Поставь GPS, я поеду уже так. Ой, блин, вот это задание веселое, да? Направо, налево, прямо, взад. Куда еще ехать, давай. Чувак, вперед, хорошо. Ну, куда? Продолжай, продолжай. Едем прямо туда. Хорошо, куда дальше? Давай, куда. Хорошо, поворачивай направо. Прямо ехать? Okay, прямо? Блин. Это такой GPS-навигатор, да? Понятно. Ну? Налево, хорошо, налево. Ага, здесь только и направо, здесь нема куда поворачивать. Куда дальше? Прямо? А, приехали. Так, вот она, квартира Берни. Ты собираешься убить его? Когда рядом с Флориан, он будет сам молить о смерти. Это максимум рассчитать, твой дружок. А теперь убирайся отсюда. Ты свое дело сделал. Давай. Все. И ну, убежал. А мы идем на квартиру. Так, загрузка. Нико, спокойно, спокойствие только. Да в грубу, спокойствие. Флориан, я пришел за твой сволочь, блядь, открывай нахер. Бля, открывай, сейчас выломай двери. Флориан, сука, где ты? Флориан! Я пришел за тобой, Флориан, блядь. Ты где? Ах, уходите, суки, драные, блядь. Блядь, что это такое вообще? Вылезай давай. Господи, что это такое? Флориан, это ты? Нико, какого чёрта ты тут делаешь? Что с тобой случилось? На кого ты стал? Ой, я начал работать на собой, ну знаешь, потянул другое, там это, блядь, хуй потянул, блядь. Ну что, успокойся, я держал. Ну ты напоминай меня, блядь. Рома, смотрю на тебя, ты набрал пол, жирный стал, короче. Ребята, что вы тут делаете? Зачем вы вышибли мою дверь? Я пришел задать тебе пару вопросов. Это ведь ты не так? Что не я? Нет, меня поставь, тут два варианта, либо ты, либо Дарк. Я думаю, это он. О, господи, что ж, боже мой. Я не думал, что это я, но я... Вот почему ты здесь. Ты пришел меня убить? Знаете что? Пошли вы нахуй, блядь. Нико Белик и толстяк Роман. Это не был не я, не я. Не стреляй. Я был не поступил. Блядь, не могу такого убить. Флориан... Может, хватит привязываться к моей телу. Теперь меня зовут Берни. После переезда в Америку. И прости за толстяка. Ты еще очаровательный очень. Ох, да уж, спасибо. Чем ты тут занимаешься, а? Ну, я персональный инструктор по здоровому образу жизни. Аэробику там преподаю. А еще я влюблен. Он живет и очень безнадежно. Все это безнадежно. Потому что он политик, заместитель мэра. Брай Дункис? Но он еще ярый защитник семейства. Ох, это просто политик. Так, где Дарка, говори. Надеюсь, на кладбище уже убили его. Но не уверен очень. Я слышал, он и все вообще в Европе, Швейцарии, где-то там. Да, правда, он сказал, что работает в цирк, что-то там. То информация вполне может быть неблагодарной. Мы должны найти его, короче. Мы должны найти его.
Думаю, немного о себе. Видимо, он рассчитывал. Понятно, рад был с вами встретиться, парни. Можете еще пообедать вместе там. Встретимся? Конечно, увидимся позже, Флорин. Берни? Берни, блядь. Так, Флорин изменился. Да, очень сильно. Он сравнил, что просто не мешало бы. Что собираешься делать сейчас? Может, он не в Liberty City, но все равно где-то рядом. Я разрешу Дарка Бревича и заставлю его ответить за то, что он сделал, сукин сын, а? Теперь нам известно, что это он. А сейчас я хочу побыть на один робот. Да, конечно, увидимся позже. Перезвони мне. Окей? Ага, все, Роман лайк поставил, наконец-то. Так. Ты что, берем машину эту тогда? То, что было? Ладно, вот эту берем. О, Рей звонит. Ника, ты пришил его, да? Прибив... Нет, это не то, кого я сказал. Жаль, начальник, я сделал, что мог. Да, сделал ты, что мог. Не застревай. Ну, тогда не знаю, давайте мы еще одну миссию выполним. Побачим, что берем тогда. Рай Бучино только, да? Опять далеко ехать, а? Может, такси сейчас увидим по дороге. Ну ладно. Зря такой, да, искали этого Флорина. А, не в ту сторону стоит. Ладно, едем тогда еще одну миссию мы же возьмем. Я пропускаю этот момент, пока едем. Так, приехал я к Рей Бучино, берем от него задание. Ну, все, приехали. Так. Что там за задание? Так, послушай меня, Исаак, мудила, в том, кто тебя грабил, моей вины нет. Нет, и все тут. Я тут ни при чем, ни при чем, понял, блядь? Понимаешь, блядь? Я говорю тебе по сотому, придурок. Мне денег нет на счету. Хочешь убить меня? Серьезно? Да пошел ты нахуй, блядь. Я закончу с тобой, понял? У меня все, блядь. Положи трубку. Не, знаешь что? Мы с тобой еще даже не начали. Варюга хрена. К твоей милости, я полный жопе кусок дерьма. Алло, блядь. А, сука. На, блядь. Хоть там мыть уже. Иди мне счет пополни, у меня деньги кончили. Давай рискни, сука. Рей, какого хуя тебе надо? Ты проси меня приехать. А, прости, ну блин, у меня тяжелый день просто, понимаешь? А мне жаль очень. Дуже. Мне тоже, твою мать, сука. Слушай, этот кучерявый кровопийца решил меня развязать. Иди за ним упасть. Какому счастью хочу? Исаку, торговцу бриллиантами. Он решил повесить на меня всех собак. Всех, обвинив даже в том, что мы в жизни не совершали. А теперь у меня даже денег нет. Не бриллианты, а этот мудак грозится меня убить. Потому ему родят. Ну, в общем, своими двумя дружками завел себе нору в большинстве. Иди и заткни этих ублюдков. Да, но проблем, все сделаю. Эй, кофе можно мне, пожалуйста? Ага, кофе я не захотел. Так, поезжайте в гостиницу Мажестик, господи. Хер выговоришь такое слово, стой. Спасибо, что установил. Чувак, зайди в такси, я сяду. Зайди, мне надо поехать. То не сбивай его. Во-во, такси стой. Сейчас едем. Отлично, свобода. А не надо, не пугайся, я такси возьму. Да-да-да-да. Отлично, едем. Приезжаем сейчас. Выполняем еще одно задание и заканчиваем серию туди. Ага, спасибо за проезд. Так, это Majestic. Сколько звезд? 3, 4, 5, 6 звезд. Ну чира себе у вас тут этот. Готель, че что это такое? Ох, в такой одежде приперся Нико. Ну я понял, налик надо. Найдите способ проникнуть в пентхаус и убейте Исака торговца. Ну, а на лифте ж надо, точно. Чувак, запрещено фотографировать. Надо меня фотографировать. Я такая личность, меня нельзя фотографировать. Понял? Все, я заберу тебя фотоаппарат, иди нахер. Чувак, на. На, забери свой фотоаппарат и ували отсюда. Понял? Все, вали давай. Так, Ева, не надо меня фотографировать, я диск. Понял? А может шеф кинем кость, а? Возьми фотоаппарат, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Девушка, что вы там пьете? Это вредно для вашего здоровья, понимаете? Женщина. Все, убегайте отсюда. И вызовите там милицию, а то я тут дебуширю вон, фотоаппаратами бросаюсь. Ой, Никопка там причастится, да?
Опа. А там стоят охрана такая. Ничего так много. Простите, мистер, этаж этот закрыть, пожалуйста, 30 этаж. Валите отсюда нахер. Чувак, не хоть по-хорошему, будет по-плохому. Я такого сделаю кое-что. Там у меня патронов вообще мало. Чувак, 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 тихо, 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 тихо. Я сказал, не надо меня влезть. Сейчас всех, блядь, перебьем, нахрен. Пулемета даже не буду с лифта выходить, я и так приду. Ника в ярости очень, не надо ее трогать, понимаете? Выход? Да не, закрыто. Выход, сразу не выйдешь. 30 уровень, ничего себе. Все, никого нету, тогда продвигаемся. Давайте, идем, идем, идем. Перезарядил, и так, идем, 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 идем. Ага, вижу, падла. На, я свою стену прострелил. Да. Вот именно. Давай. Пошли, пошли. Нападение, блин, на гостиницу. Копы, конечно, тоже приедут, да? Чувак, бежи. Пришел отсюда. О, погром даже сделаем. Так. Где там есть что-то получше? Давайте дробаш. Так, повыше уже поднимаемся. Давай, давай, сейчас наедем на них. Падла, блин. Я тебя не увидел. Так нельзя было, а? Давайте я вам гранату, может, забросить туда. А у меня такое таке. Ну хрен, хрен, ладно, давай. Через 100 лет этот готель спалим полностью. Нико, не себе подпалить надо было, идиотина. Что ты наделал, скажи? С огнем играть, блин, плохо. Дела заканчиваются, давай. Не, ни хрена, я не буду бросать. Блин, оно горит, блин, уже все. Давай, я так перебил, блин. Садимся. О, вот, вижу тебя. А теперь, я думаю, бросить можно будет. Давай. На, горите, блин, все. Давай, во. Отлично, хай горит все, блин. Давай, давай, сейчас всех перебьем. Кончить, ладно, хер с ним, давай бери следующее оружие. Сейчас гостиницу спалим, то все, блин, закончим на этом. Давай, 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 где еще? А, вон, давай, я вижу. Давай, давай, ну конечно, блин. Тяжело прям быть, а? Спасайся, беги! Тёлочка, беги давай. А то убью. Чувак, чё, вещи собирал? Не стоило связаться с тобой, сволочь такая ты. Я шо и сволочь? Будешь молиться, не? Чувак, говори давай. Чувак, чувак, давай. Давай на коленек падай. Давай, давай. Чё ты там собирался? Давай. О, горе, мои эти бриллианты были такие прекрасные. Я ничего не знаю, чувак. Бриллианты его интересуют. Не, его жизнь вообще не интересует. Ему насрать. А мне тоже, в принципе, чувак. Не хоть жизнь, не надо. Понял, блин? Скачивайся, давай. Ага, вон еще, блин. Блядь, не в стекло не разбивать. Какого хрена? Это нечестно. Не хотите по-честному. Будет вам по-плохому. Давай, блин. Всем гандошим, гандошим. Вот, отличный взрыв был. Есть Исаак, загорелся и упал. О, сейчас об землю как. Уяк. И мусорку прям, молодец. И отлично. Темиску с текстур прошли. Тихо, Нико, не сдыхаем. Блять, сдохли. Ладно, в следующей серии выполним эту миссию. А так, миссия отлично получилась. Умерли в самом конце игры. Но миссию я не выполнил, не? Не, не выполнил.
Ладно, выполню потом в следующий раз. Итак, спасибо за просмотр. Ставим лайки, ждем следующих прохождений игры GTA 4. Стой. Чувак, я машину заберу и домой поеду. Спасибо, чувак, за машину. А так, да, ставим лайки. Заходи в группу ВКонтакте. Там идет голосование. Самая лучшая постройка в Майнкрафте. Подписывайся на канал. Ну, и также ждем прохождения игры Сталкер. Если хотите, конечно. Если вам нравится. А так, у меня все. Всем пока.